Свое мнение в тему разговора есть и у нашего звездного гостя, белорусского исполнителя Александра Солодухи. С ним на днях встретилась народный корреспондент программы «Чудолюда». Внимание на экран. Танк Александра Солодухи. Но это не автобус с цифрой номер один. Но король смотрится красиво и в машине. Смотрите, какая машинка. Посмотрите, какой красивый мужчина. В белом и машинка. Король без свиты, но достаточно импозантен. И очень красиво смотрится в белом костюме на черной машине, на черном фоне. Ой, мне предстоит у него узнать. Очень бы хотела задать ему много интересных, каверзных вопросов. Если нравится вам песня моя, и если нравится вам рядом идти, вам хорошо, вы рады видеть меня. Я улыбнусь, если нам по пути. Кто, как не вы, я считаю, человек гениально одаренный, человек талантливый, сможет и должен дать какие-то советы, какие-то рекомендации молодым талантам Гомельщины. Потому что молодежь – максималисты, у них завышена самооценка. Так вот, как не перепутать, где одержимость, где талант? Я каждый день отвечаю на этот вопрос во всех СМИ нашей страны, когда меня спрашивают, в чем секрет вашего успеха. Вот. Он очень прост. Это вера в себя. Это свою... формула успеха Солодухи, ну, конечно, я знаю, да. 100%. Вера в себя, в свою звезду, в свою победу, в свой хит, в свою профессию. 100% вера. Вот. Это первое. И второе, оно же первое, это пахота с утра до ночи. Рано или поздно к этому человеку, который соблюдает эти два правила, этих два канона, ваши приходит... правила. Я не думаю, ну, что да, они мои, нет. Да, я думаю, они давным-давно на Земле уже существуют, да. А вот рано или поздно к этому человеку приходит успех, и рано или поздно к нему приходит то, о чем он мечтает. Вот, по этому пути я всегда говорил, говорю и буду говорить до конца дней своих, движется любой миллионер и миллиардер, живущий на земном шаре. Другой дороги и другого пути нет. Конечно же, нужно уметь почувствовать и раскрыть в себе тот дар Божий, а каждому он заложен с рождения. У каждого что-то есть. Конечно. Можно его заметить, можно нет. Да, вот сами ребята, как? Конечно, и девчонки, да. В школе навряд ли они сумеют еще. Как правило, это лучше делать родителям, людям, кто уже постарше, вот кто жизнь немножко повидал, да. И учителям, да, преподавателям. Вот. Но если не случится так, да, то человек сам с годами, он должен послушать свое сердце, свою душу, свой внутренний мир. Обязательно будет подсказка изнутри. Это надо научиться, нужно себя слушать. Да, нужно заниматься большая. Только любимым делом, только любимым. Так же, как и жить только с любимым человеком. Тогда будет все, вы понимаете? Ну, это правда жизни, она реальная. Она была, есть и будет. Я о тебе мечтал, моя звезда. И шел к тебе опять весною новой. А как вести себя родителям? Ведь есть родители, которые реально заставляют ребенка, вас я тоже знаю, фортепиано, ну, немножко, музыки, да, да, да. Я музыкант, я не заставляла дочь, она не хотела. И я не могла заставить учиться музыке, это надо очень хотеть. Ну, безусловно. Нет, какие-то как азы вначале все равно как нужны. Родителям? Желательно, да, вначале, ну, немножко, немножко, да, потому что, например, для меня, и я думаю, для многих людей, живущих на земном шаре, две самые главные профессии, да, это спорт и музыка, спорт и искусство, физкультура и искусство, понимаете, Мулявин, да? Мулявин и Динамо, это было ваше. Знаете, страна. Да, по две пятерки по физкультуре и конечно. По пению в школе. Географию это... немножко да. любила лучше всего. Это было конечно. Главным. Понимаете, поэтому именно вот физкультура тела, да, и искусство, это или искусство рисование, это дух, или равно, пение, да, или театрализация, да, или хореография, или вокал. Бедного детенка на ну, музыку, это так, это на так. конкурс по рисованию, на конкурс чтецов, то есть... Ну, я думаю, лишним не будет. Все равно, не, да. То есть не из будет. Этого всего что-то вычистится. Лишним не будет. Это поможет. Даже если человек потом станет физиком, математиком, начальником налоговой инспекции, начальником железнодорожного вокзала, все равно это поможет. И рисование, и физкультура, и хореография, и пение немножко. То что закладывалось, это обязательно пригодится. Хорошо.
двое ваших сыновей красивые, красивые. Рядом будущее, со мной. Рядом с вами. Более 400 концертов. Да. Мне интересно, это в первую очередь было их желание, их. Ваше или совместное? Их. 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 Вот это самое важное, вы, да. А вы уже, ну, как мы... Когда я услышал, что это может быть... Кроме желания есть и способность. Конечно. Да. Когда я услышал, да. Когда на выпускном вечере... У да. них в школе, это был 2006 да, год, да, да. Я давал большой сольный концерт. И в перерыве я позволил им исполнить три композиции, которые у них были на тот момент. Очень тепло приняли одноклассники, учителя, завуч, директор. Да, и я тогда ребятам в присутствии их одноклассников сказал, я даю вам сейчас, вот говорю открыто и смело, и со честно. Прямо... Нет, я вот им, да, за кулисами или там тихонько, да, ребята их стояли, что мне не стыдно будет вас показать своей публике в своих сольных концертах. Публике, которая приходит на «Чужую милую», на «Калину», да, на «Виноград». Они, это и случилось. Конечно. С 2007 года они поехали со мной по стране. То есть династия, можно сказать так? Поживем, увидим. Они пробуют немножко себя и в других областях. А в ваших мыслях мы увидим Варвару на сцене? Она уже выходит на сцену, да. В Минске, когда у нас был грандиозный сольный концерт в том году, 8 марта, а 2014-го, она трижды поднималась по лестнице. Потихоньку поет, да, про себя, и вслух со мной, и ставит мои плюсовые фонограммы, пластинки, и минуса мои ставит, и поет, уже зная слова наизусть, правда, еще мелодия по-своему, да, звучит. Я понимаю. Близко. Но вы, моей, вы как талантливый папа и сам артист, как вы считаете? Видим, что в ней заложено дарование. Будете развивать? Вы не против? Студию отдать. Мы сейчас вводим ее на гимнастику, на акробатику. Мы вводим ее на ИЗО. Вот это я и раздаюсь. Да. Занимаетесь всем. К Максиму Мирному мы вводим ее. Там есть какой-то кружок еще отдельный, да. Вот. И вот хотим отдать в театральную студию попробовать. Можно я сделаю вам, не бойтесь, ничего, без скальпеля, мечту моей жизни. Но это не только к вам. Я когда вижу таких мужчин вот здесь, во мне просыпается женщина, эротика. Можно я сделаю так? Я понял, да. Я вас люблю, я вас благодарю. В эфире «Гомель», это фестиваль талантов на Пушкина 8, и мы продолжаем.